индивидуальной практике. У нас такого оборудования на ГИПАСе нету. Оно удобно в эксплуатации, в наладке оборудования. Ну, им тоже все понравилось. Здесь магнитные пускатели поновее, посвежее, что-то новое уже, новые технологии какие-то. Потрогали своими руками. Очень, очень даже впечатляет. Ну, тут более новейшие, как бы, новое все оборудование. Потому что тут можно, правда, все попробовать самостоятельно, много возможностей. Хорошо, интересно даже, когда сам разбираешь, когда тебе просто говорят, и ты начинаешь делать, намного запоминаешь, намного легче как-то остается в голове, получается так. По стажировке это когда люди попробуют своими руками, вот, тот кусок железяки, который непонятен, им, естественно, становится потом все ясно. Больше понравилась электроника. Полностью сигнализация, там аудиосистема, датчики парковки. Да, мы здесь в общественном центре, хорошее общежитие, чистенькое, аккуратненькое. Все хорошо, что вот все вместе, вот это вообще основа основ. Здесь, в этой лаборатории, мы обучаем ремонту топливной аппаратуры автотракторных дизелей. То есть ребята непосредственно делают разборку-сборку топливных насосов высокого давления и потом вот на этих специальных стендах производят их регулировку. Практика – это великое дело. Вот для этого и создан этот ресурсный центр, вот, для того, чтобы здесь именно набирались опыта перед тем, как вступить на самостоятельную жизнь. Здесь, конечно, действительно больше аппаратуры, здесь намного лучше. Здесь есть все для того, чтобы проходить достойную практику. Я считаю, что если здесь по 10-бальной шкале брать, то я бы поставил оценку 10. Хорошая подпитка для нас, для мастеров, будет чему научить детей, что показать нового, и сами с удовольствием работаем. Они получат обязательно сертификаты и присвоение какого-то разряда кондитера, то есть высшего разряда, чем у них есть. Мне постоянно приходится сталкиваться с этим делом, но в том плане, что я учу детей, а самому совершенствоваться не всегда приходится время какое-то. Вот будучи здесь, я свои навыки как-то немножечко восстанавливаю, поддерживаю. То есть это полезно делать, хорошо.
впечатления, конечно, хорошие. Удалось познакомиться с новым оборудованием, с электрооборудованием, современным, лакокрасочным материалом. То, что мы станем, я думаю, площадкой и уже становимся площадкой для прохождения вот таких многодневных семинаров, курсов для более глубокого изучения предметов и направлений в этом виде специальности и профессии автомеханик, то это однозначно. Вот, это для сторонних организаций, для других образовательных учреждений. Но самое главное все-таки, это, я думаю, нам поднять, в том числе, подготовку наших студентов.